Сэр, мы можем начинать. Сколько лет этому сооружению? 10 тысяч? 100 тысяч? Мистер Вейланд? Да. Начинайте проникновение. Иду к указанной цели. Связи больше не было? Не было. Считайте пока, что это военная вызова. Вас понял, Марлоу. Мы... Что за черт? Неизвестный корабль. Черт, откуда они взялись? Марлоу, вы слышите? Черт. Живой? Встать, рядовой! Давай, поднимайся! Так, внимание! Предположительно, имеет место нашествие ксеноморфов. Так что, готовьтесь! Твари этих бить только на расстоянии! Не только кислота превратит вас в шкварки! Ну все, бойцы! Начинаем операцию! Посмотрим, что тут творится. Есть контакт! Движение прямо над нами! Контакт! Станет темно,
Спиноза Полихис. Ладно, боец, тебе надо выбираться отсюда, пройдешь через подвал. Я передам тебе координаты цели. Наших в твоем районе нет, поэтому стреляй во все, что движется. Внимание! Иду на помощь к Ван Занту на завод. Отключаю рацию. Идите. До связи. Ничто на этой планете не напоминало о далеком доме. Но Вейланд и Дания всегда смотрят в будущее. Мы создаем новые миры для всех людей. Вейланд и Дания, мы новый мир построим. Жив пока. Уже хорошо. Отлично.
Ксан, теперь перезагрузи систему с помощью рубильника. Найди рубильник, с его помощью отключи систему. Можешь снова включать систему. Проклятие! Что случилось? Вижу движение. Проверь границы. Уходи оттуда. Найди остальных. Марло явно заодно с этими тварями. Ты пропустил такую драку, тут повсюду кишат ксеноморфы. Пристрели этих ублюдков!
движение прямо перед собой. Это не свои. Я заперта в соседней комнате, возле двери аварийный генератор. Для генератора нужны энергоячейки. Я видела, они там были. Молодец, курсант. Теперь мы квиты. Как твоя голова? Заходи, бери импульсную винтовку. Не понимаю, чего хочет добиться Вейланд Ютани. Это настоящий питомник ксеноморфов. Нечего удивляться появлению этих тварей. И я даже думать не хочу о тварях, которые выскочили из ниоткуда и уничтожили Марлу. В общем, отсюда я вроде бы могу управлять некоторыми системами колонии. Отлично, есть энергия. Повторите. Это Конор. Мой отряд сейчас в клубе. Тут есть электричество, освещение, вентиляция. В общем, все, кроме выпивки. Стоп. Засекла движение. Черт, похоже, мы разбудили соседей. Нам нужна помощь. Тут что-то очень странное. Конор, могу отправить к вам одного бойца. Он малость неуклюжий, но ксеноморфов бьет хорошо. Отправляйся в клуб и обеспечим огневую поддержку. Я должна остаться здесь и наладить работу сторожевых орудий. Задаем жару. Иди к лифту.
должен присоединиться к остальным как можно скорее. Нам пришлось отступить. Там была настоящая бойня. Я поднимаюсь на лифте. Осторожно, не пали без разбора. К тебе идет рядовой Гибсон. Уже почти. Держись.